Это начинает. Все. Просто смотри, сейчас постоянно будут меня убивать. Нет! Нет, пожалуйста. Да, я понял. Ты на желтенькой под. И снова здорово, с вами Маркус, и мы сегодня с Дейси покатаем в пасмурненькую стеночку. Да, ребята, всем привет! Ну что, Маркус, погнали? Ага. Капец, ребята, у нас сегодня дождик идет, ё-моё. Так, стоп, ребята, не в ту сторону. Не в ту сторону, куда вы меня пихаете. Первое правило кастомных гонок, надо всегда смотреть, в какую сторону ехать. Все поехали вперед, но только Маркус посмотрел на карту. Да. Опа. Расскажешь свои фишечки? Ну так надо рассказать братишкам, чтобы понимали, что делать-то надо. Иногда. Так, оп, ребята, под на скиле. Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, сейчас получится точно. Я сейчас на скиле просто улетел. Я единственный, кто сюда приехал. Ушел в отрыв? Я единственный. Вот вы сейчас только что толпой едете, а я уже проехал в одну сторону. Просто я вижу, как разлетаются. Я вижу, как я лечу. Ты видишь, как ты лечишь? Так, подтолкните меня, парни. Так, ты идешь. Да. Я коню быстро, не подъедешь, блин. Ты где вообще? Я передо мной пацанчик упал. О, здорово. Ой, блин. Ой, сорян. Я пацана развернул. Найс, я его еще и подтолкнул. Да? Газу. Давай, я газую. Опа. Бачком вальнул. Здорово, парни. Блин, аккуратно, парни, аккуратно. Так, ну да иди, тебе просто сам дал проехать. Угу. Все, я четвертый еду. Так, парни, проезжаем. Ну, не дело, но встал на своей малолитражке. Газу, да? газу. А ты на чем? Ну у меня четкая малолитражка. Давай, Маркус, иди отсюда. Ой, блин. Не толкайтесь, парни. Все, слетел? Мы матерям еще нужны. Нет, я первый. А я потому что слетел. Ой, блин. Какой-то желтый. Я бы сказал, кто влетел. Ладно, я дам вот это Алексурису первое место. Я просто не хочу быть первым. Да, понимаешь, да, всегда да, быть да, первым, да, это слетел, тоже такое себе. Слетел, просто слетел. О боже, что это за чел? Отойди отсюда. Оп, опять оп, этот оп. Дудик на этой примаре. О, здорово. Здорово. Только это не вижу, ну ладно. Че увидишь, Я гоню быстро, не подъеду близко. Нет! Во-во-во-во-во! Ох, успел просто! Я пацанов принимаю, нифига себе! Да я вижу! Мы тут парни... Дикий, дерзкий, как пацанчиков принимаем, блин. Да, это принято. Расчищайся мне путь, девники. Слышишь? Ты как меня назвал? Ой-ой-ой, пацаны отлетают. Ой-ой-ой. Дядя, я тупо не знаю, сколько минусов дал, это просто жесть. Тихонечко. Это еду. Минус 10, я точно дал. Вы мне рассчитали всю дорогу. Ай, блин! Ё-моё! Минус просто, я видел, как ты упал. Тебя просто снесли малолитражки. Ну как снесли? Я просто за них зацепился и все. Маркус, что ты выделаешь? Я тебе всю дорогу расчистил. Смотрите, какой умник, блин, сидит. Там, блин. Клавиатурный гений, блин. Так, стоп, подожди. Ты че, кстати, вроде на счета или нет? Не, все нормально. Пока что минус. Ну и не, может пока. Погиб. Чего? Ты подожди, ты где-то. А кто бомбу поставил? Какую бомбу? Кто-то мину поставил кто-то. А где-то посередине было это, в этой арке? Да. В этой арке там стоит бензин. Поэтому там что-то взрывается. Ты вот не запалил, а там. Ну там бен стоит, он постоянно подрывается почему-то. Ой, блин. Да. О, ворвался, здорово. Все, Дейзи в нокдаун ушел. Я коню быстро, не подъедешь близко. Ой, куда толкаетесь, парни? Нет, ладно. И кто такой? Давай, до свидания. Ну зачем? Здорово, до свидания. Я помахал тебе ручкой. Я выстоял. Да не выделывайся, я сейчас вот пацанчиков этих словил. Подожди, а кто за мной едет? Ой, Лексанус. Ты ему, кстати, если я прав, первое место отдал, но что-то он не воспользовался, я смотрю.
А я его пропустил специально. Так я и говорю, ты ему. О, все, Габелла просто едет ваша. Просто все, это здравствуйте, просто едет. Я только меня не врезайся. Маркус, только меня не врезайся. Не, я тебя не врезаю. Хорошо, я запомнил. А, это ты. Я запомнил, я запомнил. Хорошо, все. Все, до свидания, все, братишка, я запомнил, окей. До свидания, ладно. Окей. Договорились. Все, все, все. Все, давай, 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 давай. Все отлично. Вообще без разницы. Собрал материал, поехал домой. Опа. Так, на чем. Пацаны, я же вас не кидал, если что. Если что, я вас не скидывал. Вы меня не видели, я вас тоже. Что-то Дейзи сдает позиции свои, я вижу. Да я просто тебе даю, чтобы ты приехал, а тут постоянно на последних местах. Это тоже тебе жалко так-то немножко. Ух, 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 ты как заговорил. Ладно, ладно, ладно. Ну а чё? Я сделаю вид, что... Мне тоже так, знаешь, жалко так-то, ну блин. Не знаю, вижу просто, кто постоянно на последних. По пацану проехали. Да блин, дебил. Просто чувак, я вот чувака просто на мол... Дебил на этом... на хаммере. Вот просто, чтоб ты плохой человек. Он еще и проехал, посадите на него. А, меня рампа скинула. Вот плохой человек. Вот как ребята в чатах пишут, плохие люди. Дебил на рампе. Короче, чувак специально в меня влетел на рампе, но вся фигня в том, что он по итогу слетел. Вот. Что такое, да? Ай, рампа! Ой, рампа, красавчик! Рампа, рампа, па-пам-пам, рампа, рампа, вот это крыса. Все, найс. Проехал, все, я еду. Да ну боже, ну что ты делаешь, чел? Тебя ну? Тоже, тебя хаммер, да, сейчас сбил? Да. Даже такая же херня была. Вот, эть, эть. Не, тебя заслужено. А? Тебя заслужено. Так, я что-то не понял. Изи просто. Короче, меня подкинула рампа, но я так что все четко рассчитал, что я в итоге взял чекпоинт практически. Ты там где вообще? Давай прорывайся уже. Ты десятый, Дейзи. Дейзи. Ответь нам. О, да откуда столько рамп? Чего, реально задрались-то на рампах. У тебя горит, что ли? Ой, как не нравится, да, когда вас сбивают? Не нравится, да? А вот вы меня сбивали, когда я на такой фигне. Стоп, стоп, приезжай, приезжай, приезжай. Дядь, ты на такой фигне не был. Тебе повезло, ты приехал одним из первых, взял рампу, да. И просто проехал. Ну, блин, сейчас, ну... ребята, я вам буду мстить. Я вас сейчас просто... Я сейчас вам всем буду просто так мстить, что вы офигеете от жизни. Так, что у меня за тачка? Как загорелось, просто загорелось. Вы слышали, как это зажигание просто так... И просто понеслась. А ты что думал? Ты проехал первый на рампе, всех скинул, и из-за этого, и потом люди начали тоже на рампах ехать. И что ты думаешь, блин? Умник. Сейчас, умник, до тебя тоже дело дойдет, ты не волнуйся. Ох, смотрите на него, блин, умник какой. Давай, отлетел этот чел, который сносил. Вот это тоже сносил, я его помню. Это тоже отлетел. О, Марк, здорово. Ну ты пока живи, пока живи, пока вы живи. И до тебя, братишечка, дело тоже дойдет. Ой, ты куда, братишка, едешь? Назад, назад, братишка, назад. Ой, еще второй. Ну давайте, идите отсюда. Так, все. Я просто вижу, как за мной куски болидов летят. Так, что, мне следующее? А, ну у меня болид. Ну, ладно. В принципе, не так страшно. А, подожди, стоп. После болида рампа, мне надо скорее в ту сторону ехать. Ну, я знаю то, что там рампа. Поэтому я и еду уже. Едешь? Поэтому, братишка, я тебе советую готовиться. К чему? Пацан отлетел. Ну, к тому-то, что ты сейчас будешь летать. Ну, а ты что думал, то что все? Все будет для тебя хорошо или что? Ну все, сейчас. Братишка, для тебя все плохо. Все плохо, братишка, для тебя. Да, все для тебя это просто... Ну, конечное, понимаешь? Для тебя просто это конечное. Так, один отлетел. Второй отлетел. Третий тоже отлетел. Спасибо.
Так, а что тут? Ладно. Так, да, мне похеру, в принципе, потому что я держусь на первом месте. А, ты там тоже был, да? Да, ты меня скинул, кстати. И я еду в ту же сторону, в какую ты, так что ты меня не скинешь. Сам веселый. Там я. А, ты на фуре был. Да. Именно поэтому я не напрягаюсь. Да, уверен. Ну давай, 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 братишка. Ой, кто-то давай, сейчас братишка. Там посередине я встанет. Я ради этого, братишка. Ай, блин, да что за ускорял, кис. Пока. Зовите его, парни, зовите его. Кто меня на гольф-карах, кто-то поймает, что ли? Да хер там плавал, меня не остановить, я просто мчу на первое место. Кстати, 21-й чекпоинт из 32. Отлетел. Жив? Нет, не жив. Ладно. Братишка, не мисуй. Братишка, ну, ты реально думаешь, что ты проедешь, серьезно? Да. Да? Давай, проезжай. Проезжай. Давай, проезжай. Сейчас подожди, нас подтолкнут. Или в одну, или в другую сторону. Ты застрял просто, да, как я понимаю? Ты застрял, да? Да. Ну ладно. Ну все, ребят, для вас это опять же конечное. Ой, блин. Давай, пошел просто. Все, Маркус. Нет, Маркус, я буду первый сегодня. Я просто отдам первое место вот этому, который на втором. Нет, не получится. Почему? Не получится. Ты сам упал? Да. Да, уже ты сам упал. Понятно. Да не, Маркус еще. Знаешь, вот ты вот создал здесь пробку, здесь просто все собрались за раз, Лёш. О, чел, который на первом месте. А, нет, он на третьем. Ладно, пусть едет. Подожди, стоп, чувак прям за мной едет. И надо готовить все. Все, поугарали с тобой, Дейзи. Это было, конечно, весело, забавно, но я пошел дальше. Пока. А, тебе повезло, что я мини-карту просто открыл. Ты чего делается пока? Ну, блин, Мазис, ты меня так раздражаешь, это прям жесть. Так, ладно, я думаю, надо уже, блин... Ехать, это что-то я уже устал тебе сливать. Собака сутулая, как будто прям специально. Лучше. Красавчик, лучше, братишка. Сейчас я вам тебя. Ой, рампа еще и вылетела. Лучше. Оп. О. Нормалек. Так, нет. Автобус. Мне не дать. Автобус. Так, расходимся. Отличненько. Все, братишка, я еду дальше. Ой, рампа тут всех скидывает. Так, рампа. Ой-ой-ой-ой-ой, рампа. Так, здорово, неудачник. Кто бы говорил, а? Какое там место у нас? Так, блин, да не задрали меня скидывать. Пятое, извиняюсь. Да, без разницы, братан. Мне вообще без разницы. Хотя бы не последнее, слышишь? Пятое, нормально. Ну чё? Так, с тем учетом, что я вообще один из последних был, что меня все скидывали. А, ну тут чел просто стал. Нормально. О, блин, я просто. Ой, Маркус отлетает. Да, просто. Че это чел ко всем лезет, я просто не понимаю. Ну может он пытается всем запороть, как и ты. Я вообще-то не пытаюсь никому запороть. Кроме тебя. Ну, кроме тебя. А так вот, блин. По-братски поступает, я его пропускал там моментами, он меня специально скидывал. Да. Как ты мне спецом два или три раза на прям перед самым финишем, да, скидывал. Как? Ну давай, не до свидания, такого. Братишка. Не было такого. Братишки, скиньте тайминги. Не было такого, если было такое, конечно. А да, такого да, точно да, не да, было. Да. Да пятый мне вообще без разницы, типа. Я нормально еду. Пучка. Опа, здорово. Опа. Впереди копы. Так. Видишь, что я даже хотел мне скинуть просто? Не. Опа. Да ни хрена. О, все. А, и поэтому ты начал орать, опа, здорово, да? Потому что ты уже на повороте, когда видел меня. Так, ну да. Все. Рассказывай мне тут сказки. Теперь меня никто не сбросит, теперь меня никто не скинет. Так, еду. Ой, блин, это что было? Это я еду. Ой-ой-ой, что тут происходит? Так. Не беги от меня, не убежишь. Так. Ой, здорово, подожди, парень. Стоп, ну, блин, зачем ты? Зачем вы едете надо на меня? Ай-яй-яй! Здесь, здесь в конце пешком надо. Так.
Здесь в конце... У меня всего 17 чекпоинт. Пешком! Реально здесь в конце пешком надо. Мне жопа. Вы меня просто сейчас уничтожите морально. Вот это начинает. Все. Просто смотри, сейчас постоянно будут меня убивать. Нет! Нет, пожалуйста. Да, я понял. Ты на желтенькой под... Просто... Сейчас просто будет самая гениальная коллекция смертей. Мне надо будет смотреть постоянно по сторонам. Спасибо! Капец просто. Блин, как же, блин, они задрали руинити просто. Так, все, я на фуре еду. Нет. Столько, столько. Нет, столько. Пожалуйста, пожалуйста, беги. Я списаться не пойду. О, все нормально. Твоя я жив. Рука. Здорово. Нафиг ты мне нужен, блин. Надо мне еще на тебя время тратить, блин. Да. Стоял бы я тут. Почему я упал? Беги, пожалуйста. Беги, блин, беги, Форест. Ты уедешь отсюда вообще? Так. Я жду, пока вы разъедетесь. Сейчас, мы с чего. Так, все, я еду дальше. Я четвертый уже. Ну, я думаю, в принципе, третье место сегодня будет моим. Ага. Как минимум. Так, успел. Так, здорово, парни. Ой-ой-ой, братишка, ну что произошло? Я отписаться не поднимется, твоя рука. Так, все. Я сейвлюсь, я беру просто, новую тачку. И что это будет? Беги, это... братиш. И это. А, все, у меня болит, найс. Ну там, кстати, я до третьего места вообще недалеко. Абсолютно недалеко. Там чел прям на третьем месте, прям передо мной. Оп. Нет! Все. Минус со мной. Найс. Найс, красавчики. Ой-ой-ой, пацан прям передо мной. Найс. Так все, я еду. Дейзи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что вы делаете? Капец, как же люди руинят, это просто жесть. Это шедевр. У меня, короче, персонаж прыгает. И я думал, что... Короче, как-то анимация криво сработала, и как бы я должен был парашют раскрыть, а у меня просто он мордой в пол упал и повис. Я думал, меня не убьет. Пожалуйста, ну дайте пройти. О, фух. А, все, найс. Абсолютно никого нету. Все, красиво, красиво. Я проехал. А, не Трампа. Чувак, красава, на рампе, меня прям Трампа. Тут рампа, мне надо трампа как-то. А, все, рампа. А, ну все, я сейчас тоже буду рампу брать. Отлично. Все, чувак, отлично. Нет. Я до третьего места вообще очень близко. Максимально близко. А, меня... Так, все. Вот, все, я третий. Найс. Найс. Я третий. Ой-ой-ой-ой-ой, как же меня развернуло. Это просто жесть. Чел на третьем месте меня зачем-то разворачивает. Отойдите. Пожалуйста. Так, быстрее, газ, пол. Ура. О, да. Так. Так, давай, я блин, хочу назад. Сказать, что назад. У меня уже финиш. А, ладно, едь на финиш. Ладно, все равно я третий, какая разница. Вообще без разницы. Нет! Он меня... О, прогнал. А вот он меня сбил, кстати. Я тебе помог, но он меня обогнал. Ну а на этом, братишки, все. Если вам понравился данный ролик, то обязательно подписывайтесь на мой канал и на канал Дейзи. Ссылочка на него будет, естественно, в описании. Не забудьте поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Ну а я с вами прощаюсь и удаляюсь. Пока-пока, ребята.